Она влюблена в красавчика Глеба, для которого всего лишь младшая сестра лучшего друга, и не замечает никого другого. Ты думала над моим предложением? Ты насчет Питера? Да. Саша, я не хочу уезжать. Говорят, там холодно, и все время дожди, и море там, в котором не купаются. Я же не навсегда тебя зову приехать, а только пока будем учиться. Ты умный, тебе это надо, а я... Пойдем. Все общение с Глебом. Привет, пока. Привет. Привет, Манка. Случай изменил это, но какой ценой? Ей надо помочь ему влюбить в себя другую девушку. Существует как минимум 5 способов, как влюбить в себя девушку. Какие? С какой стати я их выложу? Я выполню любое твое желание, если расскажешь. Хорошо. По одному желанию за каждый способ. Что выйдет из их вынужденного, тесного общения? Ты чего? Я же играю роль твоей девушки. Не пугай меня так больше. Тебе не понравилось? Ну, не знаю. Действенны ли ее 5 придуманных способов? Ты понимаешь, что могло произойти? Я не виновата, что она идиотка. Это ты идиотка, а я идиот, что повелся на твои никчемные способы. Если да, то как переживет это она? Любовь — такое чувство, что не поддается логике, анализу и здравому смыслу. Одни чувствуют притяжение с первого взгляда, другие, прежде чем понять, что их сердце пронзили стрелы Амура, проходят 7 кругов ада, прочувствовав все грани безразличия или ненависти. У всех по-разному. Нет одного сценария. Но, наверное, это и прекрасно. Ведь ты не знаешь, на каком перекрестке тебя поджидает она.